как-то я увидел только же чудо, сейчас покажу вам. Чувак сам сделал походу. Аккумулятор на сколько? На 60 вольт? На сколько вольт? 48. Ну если 72, тогда батарея вам не там. Прицепите все дополнительно. Поворачивайте. А так у вас же электрический да, тоже. Посмотреть, интересно. Это у вас на 48 вольт? Да, да, да. Это я сам робил. Это я понял. Двигатель из того. Из квадрофика. Ух ты. 1,5 кВт. А сколько ампер аккумулятор? Сейчас. 48, кажется. 48 ампер? 48. Вон, вся канистра там. Прикольно. Ну развивая у нас какие максимум 40, ну 40 це ж це до хрена 40, куди тут по городу 40. Угу. А так можно 40. А на сколько хватает? На 100. На 100? Да. На кам менше 100 мені смысл. Смысл який. У меня тоже, у меня на 60 вольт, ага. 60 ампер. Ага. А так 60 вольт он выжимает до 60 км. Да, да. Да, не меньше, а тут 40 и 40. 42 максимум вот такой, если не обрежь из педомника. Не перегревается? Нагреется? Ну, нагреется? Ну, не, мотор можно глянуть. Мотор тепленький. А контроллер? Такие, как у вас? Это холодный. Контроллер. Не, у меня поменьше. Ой, побольше. Побольше? Да. Вон вентилятор надо на его. Постоянно контроллер должен обдуваться. Ага. Включи. Кнопочка как раз. И прицеп, с прицепом. Я с прицепом, Аня. Ну, еще прицеп. На дачу таке вот. Ну, таке. Это кто? Ямаха, что ли? Да, черт его знает. Это итальянский. Он у меня уже 2003 года стоял на третьего. Я не знаю даже ничего. Но надо не документы, ничего. Не правда, ничего. Никто не питает ничего. Ну, да. Ну, и важно так само. Ну, ваш заводский. А сколько таких колеса? Черт его знает, сколько стоит. Вы не занимаетесь ими, не? Нет. Это я везу, у меня электровелосипед для человека тут у Чернигове. Далее говорю. Вы знаете ее, не? Нет. Не знаю. Сколько, а сколько вольт это? 36 вольт. А, хочете заберить? Я вам на продажу его. Из батареи, и батарея такие пластины. Современную везу. Полностью все оборудование, контроллер. Все. Я понял. Хочете забирайте? А вы сколько? Мне, ну, у меня велосипед, мне нахуй не надо. А если за сколько есть. Вы? Что? Ну сколько даст? 15 твоё, да? 15 тысяч? А, богато? Давайте за 10. Нет, сейчас, не, сейчас равно такие деньги. Ну спросил. Если что, он взял с чего. На продажу я даю. Ну и кайф, любимая. Меня тоже он поставил. Что? Ну, у меня он не робит, я не подключал его. И зарядку сделал, бачите? Для телефона. А, вот по-хорошему сделали. Ага. На тренар. А такий аккумулятор 12 вольтовий є? Нема? А, нема, зразу підключили до його, да? Ну от у мене. Виходить. Так покажу. Ну я аккумулятор купляв. У меня, я не підключав, я просто 12 вольтовий. У мене три аккумулятори, отакі от.
А, так є, це нічого. А, так вони в кучі, це просто ящик такий, да? Это, ну, заводской. Бачите, один, ну, короче, там получается... Два, три, это два аккумулятора получается. Там еще два внизу. Всего три. Ага. И сколько, на сколько хватает? Ну, где-то километров на 120 до знока. Ну, так нормально. Это тема. Тяжело он выглядит, но... Не? Не тяжело? Ну, 200. Да, не буду уже дергать, для чего. Ключи выпали, ключи. Ну, тоже интересно. Такое. Ну, интересно. Ну, зато простые. Да, ось да. Звездочка накрылась, ось. Я поехал, вытащил мне за 100 гривен, вытащил. Угу. Я хотел мотор-колесо, но оно стоит, таке, наверное, тысяч, наверное, 15, да, да, 20, да? Да? Да. Десь так, не меньше. Ну, а це я за 3 тысячи нашел. На Алиэкспресс доставка можно за 10 купить. Так, сожалею, это же этот российский, наверное, не? Алиэкспресс. Не, не. Но Алиэкспресс... С Китая, думаю. С Китая? Да себе уж. 5 копеек колесо на 2 кВт, и плюс доставка столько же. Uh-huh. Так что десятку надо дать, чтобы купить его. Uh-huh. Хорошая штука. У вас скутер сам лучший. Можно мобильный, а тут еще старый, видите, нема тут ничего. Не придумали еще. Еще ну, да. Не додумались ни до чего. Uh-huh. Так, ладно тогда. Ага, давай. Все, тогда. Удачи. И вам. Ага. Uh-huh.